Алло? Я уже в ресторане, ты идешь? А я передумал, я не приду. А что случилось, почему не идешь? Честно говоря, ты мне никогда и не нравилась. Ты что говоришь, у нас же завтра свадьба. Ну, у тебя есть время найти какого-нибудь дурачка. Ты больной, что я родителям скажу? Да и родители твои, честно говоря, давно меня бесят. Сволочи, я тебя ненавижу. Короче, у меня нет желания с тобой разговаривать. Правильно мне. Давай, до свидания. Спасибо, брат, что присмотрел за сумкой. Давай, брат. Давай. Удачи.